Дорогие братья и сестры, как жаль, что когда нам нужно сказать, мы молчим, а когда нужно промолчать, мы говорим. Стихотворение Светланы Теребилиной «Уроки смирения». А я почти открыла рот, чтобы сорвалось оправдание, но мой Господь шагнул вперед и укрепил мое дыхание. Он посоветовал смолчать и на упрек склониться кротко. Себя не нужно защищать, сказал Господь мне очень четко. Все поношение прими, за ним придет благословение, ведь суд вершится не людьми, а не как ты, мое творенье. Они способны осуждать, увидев истину крупицу, потом понять и вновь обнять, а после снова соблазниться. Таков весь род сынов земных. Доверься мне, не огорчайся. Я эту боль терпел от них и дам совет тебе. Смиряйся. Отец все видит с высоты, пред ним сердца, как книг страницы. Начнешь оправдываться ты, и он не сможет заступиться. Но если выпьешь все до дна, позор, упреки, осуждение, и в сердце будет тишина, то в жизнь сойдет благословение. Позволь взрослеть своим друзьям, дай время все увидеть ясно. Кто любит, оправдает сам, а если нет, слова напрасны.